Всех приветствую, друзья, на канале Рыболов Копатель 039. Прибыли на коп юг Калининградской области. Везде поливает, а здесь погодка, вон солнышко практически светит. Собираемся. Владос гамбургер захавал, пузо затянул канатом. Копаем по войне сегодня. Ну все, погнали, не переключайтесь. А, забыл еще. Кто не подписан, подписывайтесь обязательно. Посмотрите, какая красота. Поздняя осень. Первая декада ноября в Калининградской области. Где-то в районе 10 градусов днем. А утро уже такие прохладненькие. И вот рапс озимый начинает цвести потихоньку. Что характерно. У нас на зиму тоже сажают рапс. И он даже вот, получается, летом его убрали, потом второй раз засеяли, и он опять начинает цвести. Так вот, необыкновенно. Спустились в низину. И первый сигнал. Такой диск. По-моему, ну это вермахтовый. Универсальный, по-моему, диск. Он много от чего. Здесь 5 отверстий. И вот отверстие. Здесь в чаче лежал. Ну что, звенит тут весь плацдарм. Тут еще башка. Панцерфауст. Так. А вот и сам Панцерфауст под пенечком. Противотанк. Начал копать большой сигнал. Так понимаю, это угол ящика. Посмотрим. Опа! Тяжеленький. Так, что за ящичек? МГшный, что ли? Хватили более-менее. Открываем, смотрим. Опачки. Хлор какой-то, что ли, да? Да? Ага. Как будто этот самый. Фу, бля. Хлорка, что ли? Не чувствуется ничего? Ой, перчатка. Да ладно, хрен с ней. Ничего не чувствуется? Ну, чувствуется, как известь какой-то, или, бля, как карбид, что-то какой-то такой небольшой запах есть, бля. Лазантиницы наполняли, что ли? Да, вот те и ленту откопали. Хлорка, походу. Да. Вода, погодка в наших Калининградах. Караул. Время часов 7:30, наверное, утра. Я уже весь вымок. Очередной сигнал. Какая-то катушка, что ли.
Пойду до ручья дойду, ополосну. Надо посмотреть, что это. Глядишь, что интересно. Помыл. Хорошенько. Вот эту приблуду. Вылезло клеймо. КН7. Какая-то вот еще. Типа М. Надо будет определять, от чего этот друг. Так, и где еще? А вот помыл еще сидушку. Прям на позициях была. То есть, вероятно, от немецкого. Может, от мопеда от какого-нибудь. Или от мотика. Для велика сильно мощная. Болотный сигнал. Чисто чача такая. Походу катушка связистов, наверное, дела. Болото подскушало, конечно, я как следует. К Владосу подошел 98-й, карабинчик вылетел, уставший, правда. Тыльник от него же, походу. Ракета световая. И купол. Когда-то кто-то носил. Такая на десантную похоже. Вот он, международный гриб веселка. Выстрелившее яйцо уже. Значит, рядом где-то должны быть еще. Хотя они подходили уже. Они где-то до октября. Влад любит такие собирать, потом настойку пьет. Чтоб не болеть никогда в жизни. Покоряем склоны. И саперочка. Да посмотрите, какая бодрая. Прям вообще бодрая конкретно. Такую и подвзять можно. Влад поднял вот еще обойму. И какую-то кожух какой-то. Алюминиевый. Бако. Походу электрика какая-то. Такая погодка, дождь прекратился, ну лесок влажный. Напишите, кстати, в комментариях, кто какими средствами пользуется, я имею в виду разведение огня, костер там, все дела. Кто чем поджигает, особенно во влажном лесу. Потому что вот военные спички, которые в рационе питания идут, они подводят иногда, просто тлеют, но огня не дают. Зажигалки расплавляются. В общем, напишите, кто чем пользуется. Интересно будет посмотреть. Кожаный ремешочек. Тонкая-тонкая кожа. Катился сверху.
Крышечка от фляги. Показалось ФСБ-34. 34-й год. Еще показать, что еще из мелочевочки было. Банка. Это немцы кушали сардины. Норвежские, по-моему, или чьи они там были. И ЧК от гранаты, походу. Я сначала не понял, что это тоже крышка от фляги. А оказывается, да. Владос мне подсказывает, что видел уже где-то. Но это не немецкая вроде. Какая-то союзническая, да, походу? Клеймо Инт 40, 40-й год. И что-то еще он написано тут. Какие-то закорючки. На китайском. Что-то раньше не попадались такие. Такая подушедшая, подусосанная. Еле речку перешли, уже уровень. Поднимается потихоньку. У меня сапоги вон. А штаны вот, кстати. Одел эти. Ливневку типа. Они на спаянном шве. О, эта штанина оторвалась вообще. Но это хоть чуть-чуть защищает пока.